Всем привет, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу показать вам рецепт салата с семгой и авокадо. Салат получается очень вкусный и будет достойным угощением на вашем столе. Все ингредиенты я оставлю также в описании под видео. Начинаю приготовление с яичного блина. Взбиваю яйца, добавляю соль и хорошо перемешиваю. Сковороду нужно смазать немного растительным маслом. Заливаю яйца и обжариваю блин с двух сторон. Блин готов. Пока блин остужается, буду нарезать остальные ингредиенты. Авокадо нужно очистить и нарезаю небольшими брусочками. Нарезаю помидор. Все ингредиенты должны быть примерно одинакового размера. Нарезаю остывший блин. Теперь нарезаю семгу. У меня семга слабого соления. Осталось добавить немного красного лука, черного перца и залить оливковым маслом. Хорошо перемешиваю. Вот такой яркий и красочный салат у меня получился. На вкус он очень вкусный и очень нежный. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые рецепты. До новых встреч. Всем пока-пока.